В Якутске презентовали книгу о семьях, которые многие годы бережно хранили свою любовь и верность. Управление ЗАГС при правительстве республики издало 8-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии». Туда вошли материалы о более чем 100 семьях, которые смогли сохранить брак 50 и более лет. Первая книга «Золотые семьи Якутии» была издана в 2008 году. После проект стал уникальным и востребованным. За этот период более 800 семей вписаны золотыми буквами в издание. Они являются примером для многих семейных пар. В этот волнительный день семьи поздравили члены правительства, работники ЗАГС, дети, внуки, общественность. С года выпуска этой книги было понятно, что это уникальный проект и востребован жителями республики. Традиция издания этой книги, народной книги, поддерживается правительством Республики Саха-Якутия. И начиная с 4-го выпуска, это совместный проект управления ЗАГС и Министерства труда и социального развития.